Приветствую вас на канале Максимум Идей, меня зовут Наталья, и в этом видео я вам расскажу, как сплести с помощью рогатки вот такую вот маленькую, миленькую совушку. И давайте же посмотрим, что нам для этого понадобится. Для плетения совы на рогатке нам понадобится, конечно же, рогатка, крючок, а также резиночки следующих цветов. Я в качестве основного буду использовать серый, поэтому серых резиночек я буду брать 44 штучки. Также нам понадобятся оранжевые резиночки для лапок и носика нашей совы. Их нужно будет 4. Еще белые резиночки 8 штук для брюшка. И две резиночки черного цвета, это глазки нашей совушки будут. Я разложила резиночки по привычке в виде схемы. Эта схема только туловище нашей совы. Голову я сделаю чуть позже, так как начинать мы будем с плетения туловища, с вот этой вот резиночки одинарной серой. Затем проплетем вот этот правый ряд резиночек. Потом сделаем белое брюшко. И второй ряд резиночек, которые потом мы соединим все вот этими двумя. А дальше уже приступим к плетению головы. И давайте начнем. И начинаем плетение нашей совы. Мы с одинарной серой резиночки. Это, напомню, мы делаем только туловище сейчас. Накидываем ее в 3 оборота на правый столбик. Затем продолжаем. Пару серых резиночек я накидываю на оба столбика и с помощью крючка 3 оборота серой резиночки отправляю в середину. Теперь нам необходимо освободить правый столбик, и мы резиночки с него переносим на левый. На правом столбике сейчас сделаем одну из лапок нашей совы. Накрутим в 4 оборота оранжевую резиночку. 3 и 4. Затем накинем на оба столбика пару серых резиночек и 4 оранжевых оборота отправим в серединку. Оранжевые резиночки лучше поправить, чтобы они лежали одинаково равномерно, тогда будет красивая лапка у совы. Далее с левого столбика мы скидываем нижние две пары. Таким образом, чтобы оранжевая резиночка у нас осталась с правой стороны от этих резиночек скинутых. И далее мы проплетаем 3 пары серых резиночек, которые у нас выложены в схеме, обычным способом рыбий хвост. То есть накидываем первую пару, предыдущую отправляем в серединку. Накидываем вторую пару и снова предыдущие резиночки отправляем в серединку. И последняя, третья пара. Снова накинули на оба столбика и нижние резиночки отправили в серединку. Вот такая вот деталька у нас получилась. Теперь мы перенесем резиночки с левого на правый столбик. И найдем начальную резиночку. Вот она, 3 оборота. Введем в нее крючок и накинем на левый столбик. Вот таким вот образом. Теперь мы будем делать брюшко нашей совы. Оно у нас белого цвета, поэтому мы берем белые резиночки, 2 штучки, накидываем на оба столбика. С левого столбика скидываем 3 оборота резиночку в середину плетения. Опускаем немножко и еще 2 белых резиночки накидываем на столбики, проплетаем, скинув нижние резиночки, продолжаем. Третья пара белых резиночек, предыдущие снова отправляем в серединку. И последняя, четвертая пара резинок белых для брюшка нашей совушки. И предыдущие белые снова скидываем в серединку. Снова переносим с левого на правый столбик белые резиночки.
опускаем их пониже, чтобы они нам не мешали, и делаем еще один бочок нашей совы. Снова крючок вводим в начальную тройную резиночку, накидываем ее на левый столбик и берем пару серых резиночек, надеваем на оба столбика, тройную резиночку отправляем в середину. Затем переносим с левого на правый столбик серые резиночки и одну оранжевую для второй лапки мы накрутим на левый столбик 4 раза. 1, 2, 3 и 4. Готово. Следом накидываем 2 резиночки серые на оба столбика и 4 оборота оранжевой резиночки отправляем в серединку. Снова поправляем, чтобы лежали ровненько наши оранжевые резиночки. С правой стороны верхние 2 пары серых скидываем таким образом, чтобы оранжевая резиночка у нас осталась с левой стороны от скинутых резинок. И дальше мы продолжаем плести серыми резиночками. 3 пары нам еще понадобится. Проплетаем рыбьим хвостом, то есть накинув пару серых на оба столбика, предыдущие серые отправляем в серединку. Накидываем вторую пару серых резиночек и снова отправляем предыдущую в серединку. Затем накидываем третью пару серых резиночек и снова предыдущие отправляем в серединку. Туловище у нас почти готово, нам осталось лишь соединить наши детальки. Для этого мы накидываем снова пару серых резинок и все резиночки, которые у нас есть на столбиках, мы отправляем в середину плетения. Вот и готово наше туловище. Вот таким вот образом оно у нас получилось. И сейчас мы начнем плести голову нашей сове. Но сначала разложим наши резиночки в виде схемы, чтобы не запутаться. Для плетения головы нашей совушки мы будем использовать вот такую вот схему. И начнем мы снова с правой стороны. Сначала сплетем правую часть головы, затем сделаем клювик. А потом сделаем левую часть. Соединим все это вот этой одинарной резиночкой. А из вот этих вот одинарных, самых крайних, слева и справа, мы сделаем кисточки для нашей совы. И давайте перейдем к плетению. И мы продолжаем плетение нашей совы. Теперь мы будем делать ей голову. Мы уже подготовили резиночки, разложили в виде схемы. И начнем мы с правой стороны. Накинем пару серых резиночек на оба столбика, а нижние резиночки с обоих столбиков отправим в серединку. Затем еще пару серых резиночек накинем на оба столбика, нижние снова отправим в центр. Затем освободим левый столбик, резиночки перенесем на правый и сделаем глазик для нашей совы из черной резиночки, накрутим ее в 4 оборота на левый столбик. Затем накинем пару серых резинок и 4 оборота черной резиночки отправим в серединку. Поправим, как и в случае с лапками, чтобы резиночки лежали достаточно ровно. И затем нижние резиночки с правого столбика мы снова скидываем в середину, таким образом, чтобы черная резиночка оказалась с левой стороны. И накидываем еще пару серых резинок. Предыдущие вновь отправляем в серединку. Освобождаем левый столбик для дальнейшего плетения. Для этого переносим резиночки с левого на правый столбик
И теперь обратите внимание, первая резиночка, первая петелечка, с которой мы начинали плести голову нашей сове, вот она. В нее мы введем крючок и накинем. Сейчас мы будем делать клювик для совы. Накинем пару оранжевых резиночек, протянем их через петельку и вторую часть тоже накинем на крючок. Затем эти резиночки мы накинем на левый столбик нашей рогатки и продолжим плетение двумя серыми резиночками. Накинули серые резиночки на оба столбика и оранжевые все отправили в серединку между столбиков. Снова освобождаем левый столбик и переносим резиночки на правый. Опускаем их пониже, чтобы они не мешали нам делать голову нашей совы дальше. Снова вводим крючок в начальную петельку, с которой мы начинали плести голову совы. И в этот раз накидываем пару серых резиночек на крючок. Протягиваем их через петельку, вторую часть тоже накидываем на крючок, и эти все петельки мы скидываем на левый столбик, вот они, и далее плетем снова пару резиночек серых, надеваем на оба столбика резиночки. С левого столбика отправляем в середину, верхние пару резиночек переносим с правого на левый столбик. И теперь делаем второй глазик для нашей совушки. Накидываем черную резиночку на правом столбике, обернув 4 раза. Следом за черной резиночкой накидываем 2 серые на оба столбика. Черную резиночку, как и предыдущий раз, отправляем в серединку на эту резиночку. Поправляем, чтобы резиночки лежали более-менее ровненько, чтобы глазик был красивый. И теперь с левого столбика скидываем 2 нижних пары серых резиночек, чтобы глазик у нас остался с правой стороны. Затем надеваем последнюю пару серых резинок и предыдущие серые отправляем в серединку. Готово. Теперь нам осталось соединить все детальки в одну. И мы надеваем одинарную серую резиночку и все резиночки, что есть на столбиках, мы отправляем в серединку. Расправляем, поправляем, натягиваем и ровненько укладываем все резиночки, чтобы сова наша получилась красавица. Вот такая вот она у нас получается. Одну из оставшихся резиночек мы переносим на соседний столбик. Нижнюю отправляем в центр. И, подцепив крючком, снимаем нашу совушку со станочка. Затягиваем хорошенечко резиночку, но так, чтобы не порвать. Но при этом нужно, чтобы держалось у нас все, не распускалось. И сейчас давайте сделаем кисточки для нашей совы. Возьмем одинарную резиночку и верхнюю петелечку с правой и с левой стороны. Делать будем одинаково. Заведем крючок, протянем резиночку и левую часть протянем через правую, чтобы получилась петелька. Затянем петельку и отпустим. То же самое проделаем на другой стороне. Заведем верхнюю петельку, накинем на крючок одинарную резиночку, протянем ее и одну часть резиночки вытянем через другую, затянем петелечку
И у нас получились вот такие вот хвостики. И сейчас мы с помощью ножничек их просто обрежем, чтобы они стали более короткими. Примерно пол резиночки нужно срезать с правой стороны и с левой стороны. Вот такие вот две милашки у меня получились. Надеюсь, у вас тоже все вышло. И если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на наши новые видеоуроки. Всем удачного плетения! Пока!